Делюсь постным вариантом беляшей с грибной начинкой. Они получаются пышными, мягкими и сочными. Не хуже классической версии. Подробнее, как приготовить беляши с грибами, я расскажу ниже. Для начинки подойдут любые грибы. Я взяла вешенки и шампиньоны. Отлично подойдут лесные грибы, но их потребуется заранее отварить. Мука, 400 грамм. Дрожжи, 6 грамм. Соль, 1,5 чайных ложки, 1 час л. В тесто, 1/2 ч, л, для начинки. Сахар, 1 чайная ложка. Вода, 250 мл, теплая. Масло растительное, 1 столовая ложка. Грибы, 600-800 грамм. Репчатый лук, 200 грамм. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций 12. Подготовьте все ингредиенты. Для теста влейте в миску теплую воду, дрожжи, сахар и немного, 1-2 столовые ложки, муки. Перемешайте. Оставьте на 10-15 минут, пока не поднимется белая шапочка. Просейте в миску муку и соль. Начните постепенно замешивать тесто. Хорошо выместите тесто, чтобы оно было мягким, однородным и не прилипало к рукам. Вымешивать лучше 10-15 минут. Затем добавьте растительное масло, снова хорошо вымесите тесто. Оставьте тесто в теплом месте на 40-60 минут подняться, чтобы оно увеличилось в 2 раза. Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики. Обжарьте на сковороде до прозрачности. Грибы помойте, затем прокрутите в мясорубке до состояния крупного фарша. Либо измельчите их в кухонном комбайне. Добавьте грибы в сковороду, посолите и поперчите. Жарьте до испарения жидкости, периодически помешивая. Затем остудите начинку. Тесто немного обомните, затем разделите на шарики примерно по 50 грамм. Раскатайте каждый шарик, в центр выложите начинку из грибов. Соедините края к центру, плотно защипните. Немного распрямите беляши. Обжарьте беляши в большом количестве масла на среднем огне. Примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Беляши с грибами готовы, приятного вам аппетита!